Дедушки фотографируют на телефон, а малыши пускаются в пляс. Отчетный концерт учащихся первой музыкальной школы собрал удачливых прохожих, которые вышли просто погулять. Юным музыкантам выступать на открытом воздухе тоже понравилось. Много впечатлений. Ну, каждый год у нас это мероприятие проходит. Я участвую уже третий или второй год. Вот. Каждый раз что-то новое. Более расширенный концерт идет. Майский вальс, джаз, народные танцы и военные песни. В программу концерта вошли лучшие номера учеников. Год выдался богатым на события, говорят организаторы. На самом деле у нас очень насыщенный год был. Мы стали победителями 7 конкурсов различного уровня. Это от городских до международных. У нас был очень насыщенный, очень концертный год. Ну и вот таким вот завершением замечательным станет сегодня наше выступление вот на этой площадке замечательно. Те, кто не смог оценить мастерство педагогов и учащихся школы, смогут сделать это на празднике в честь Дня Победы. 9 мая наши духовики участвуют в сводном оркестре городском, то есть они пройдут по площади. Дальше они сыграют отдельными номерами на центральной площадке. Концерт на набережной с участием юных талантов планируют сделать ежегодным. Анна Карпушина, Кристина Смирнова, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство «Курган.ру».